этих людей в голове всегда полно идей. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. Счастливый камень для владельцев этого имени – бриллиант, а также все украшения из платины. Из владельцев этого имени получаются гениальные торговцы и биржевые игроки. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Обладатели буквы «П» в имени смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Представителям этого имени следует по возможности носить одежду из блестящих тканей. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.